Здравствуйте, друзья! Я в гостях у российских фигуристов, двукратных олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар. Привет, привет! Привет, дорогие зрители! Нашу команду пригласили для ремонта пруда, который строили не мы, но мы исправили, мы убрали газовый пузырь, построили газовый дренаж, перебрали камни, уложили всю чашу, закрыли всю гидроизоляцию камнем, без использования раствора, и внесли биопрепараты, чтобы ваш ребенок мог плавать в этом пруду. Скажите, Максим, скажите, Татьяна, все ли устроило в нашей работе? Можете ли вы нас рекомендовать? Были ли какие-то замечания? Дело в том, что прежде всего стоит рассказать о том, что я практически закопал этот пруд уже обратно, потому что кроме проблем у нас не было ничего с ним. То есть он постоянно был грязный, у нас не было вот этого прекрасного оформления камнем. То есть был просто резина, да, и дно было, на дне только лежали камушки. Ну и вода немножечко утекала, потому мы пригласили вот ребят, и сейчас у нас мы видим такой результат, что зимой мы можем кататься на коньках, а летом наша дочка с удовольствием купается, поэтому мы с радостью можем порекомендовать ребят, и, пожалуйста, обращайтесь, замечательные, отзывчивые, все моменты учитывают, поэтому с радостью рекомендуем. Да, и еще помимо того, что постоянно уходила вода, у нас еще была такая печаль, как у нас есть лес прям за нами, и у нас все вот эти лесные жители, лягушки, тритоны и все прочее, все к нам приходило и прекрасно себя здесь чувствовало, очень громко создавало такой саунд-эффект, который был прекрасен просто, когда ты засыпаешь. Кавычках. Вот. Со всем с этим нам помогли, и сейчас все прекрасно, дочка счастлива, дочка купается. Я тоже, честно сказать, после баньки иногда вечерком выйду, сяду, окунусь. Вот. Поэтому зимой у нас Таня, как и заядлая фигуристка, здесь с Анжеликой осваивает новые элементы. Я же радуюсь, поэтому, конечно же, мы рекомендуем, конечно же, из всех зрителей канала, кто хочет себе завести пруд. Все это не так сложно на самом деле ухаживать, если у вас есть такие профессионалы, которые всегда приедут, всегда помогут откликнуться и все сделают на высшем уровне. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. И вам спасибо. Супер. Спасибо, друзья.